Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Suunto Vertical. Сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android устройству. Итак, для начала мы включаем часы. Для этого мы зажимаем верхнюю кнопочку. И здесь мы можем выбрать язык. Здесь достаточно большой выбор. Я выбираю русский, нажимаю на кнопочку в центре. Нажимаем «Создать профиль». Нажимаем на кнопочку в центре, выбираем пол. Выбираем год рождения, выбираем систему измерения. Выбираем формат времени. Выбираем вес, выбираем рост. И нажимаем опять на центральную кнопочку. И теперь нам здесь нужно скачать приложение Suunto. Мы его скачиваем, у меня оно уже скачано. Также вы можете зайти в Play Market, написать Suunto и найти вот такое приложение. И заходим в него, регистрируемся, нажимаем на значок часов. У нас происходит поиск устройств, найдено устройство, нажимаем сопряжение. Нажимаем «Добавить». И далее вводим код, который показан на экране часов. Нажимаем «Окей». Здесь мы нажимаем «Хотим мы получать уведомление или нет» на часы. Здесь мы можем выбрать наши часы, нас перекинуло в настройки, и разрешить доступ к уведомлениям. Вот у нас происходит синхронизация, и в принципе часы подключены. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.